Убийство ничего не изменит, Приксилий! Мы не можем позволить ему так обращаться с нами. А как же дети? Ты думаешь, я о них забыла? Такое впечатление, что да. Как ты мог? Успокойтесь, взгляните на себя. Дети напуганы. Кем ты себя возомнила? Мистия права. Успокойся. Это плохо... Ну, говори. Я от Агапия. Он хочет очистить имя брата и уничтожить кинжал. Брата? Нерита? Он же умер. Хватит, Иди. Тебе мало неприятностей? Что вам известно? Договоримся. Нужно убить человека. Если ты поможешь мне, я расскажу, где искать кинжал. Опять за свое? Так нельзя! Просто поговори с ним. Пусть он сдержит свое слово. Идет. Я попробую помочь. Один человек из кинжала предложил нам распространять их идеи. Мы не сторонники кинжала, но нам нужны были деньги. Он хотел, чтобы мы с детьми всем рассказывали о кинжале в театре и на улицах. Вроде все честно. Но он перестал платить. Он перестал платить и угрожает убить детей, если мы бросим свое занятие. Я хотел убить его сам, но Иди... Так не может больше продолжаться, Приксилий. Это не жизнь. Он живет в огромном доме в центре города. Убей его, мы заплатим. Послушай себя. Поговори с ним и делай, что хочешь. Но мы не дикари. Я не хочу подавать дурной пример нашим детям. Я разберусь с ним. Главное, заплатите. Если захочешь узнать что-нибудь еще или забудешь, куда идти, скажи. Этого человека нужно убить. Тебе что-то нужно, Мистия? Где этот человек из кинжала? Ищи самый большой дом в городе. Его хорошо охраняют. Будь начеку. А вы весьма плодовиты. Эрос был бы рад. А к чему ты клонишь? Это не наши дети. Сироты. Мы стали потихоньку брать их к себе и... Теперь у нас большая, дружная семья, и, надеюсь, она станет еще больше. Глупец. Это звучит странно. Мне все понятно. Я разберусь с ним. Не забудь. Без смертей, без крови. Ступай и сделай, что должно. Спасибо. Ты ничего не изменишь! Это тебе от одной женщины? А, да. Как раз то, что нужно. Вот твои деньги. Стоит здесь оставаться. Вот он, человек из кинжала, который угрожал им. Oh.
А вот и большой дом. Он просто работал на благо своей семьи. Жаль, что связался не с теми людьми. Лучше проваливай. Мистия, я отослал детей прочь. Проследи, чтобы этот Малака не... Молчать! Мы найдем всех твоих чудесных детишек и подзаработаем. Отпусти их живо! Отпущу. Но сперва позабавлюсь. Малака! Кинжал недоволен твоим вмешательством в наши дела. Тогда не стойте у меня на пути. Я человек, который любит драмы. Подольем масло в огонь. Сдается, ты на этом собаку съела, Мистия. К тому же мы все-таки в театре. Тебе решать, чем закончится эта пьеса. Ближе к делу. Кому-то из них придется умереть. Нет, умрешь ты. Рискни, моргнуть не успеешь, как им перережут глотки. Не делай глупостей. Что ж, как я и говорил, кто-то должен умереть. Кто-то один. Куда веселее, когда один влюбленный видит смерть другого. Ну, наглая Мистия, скажи, кто будет жить? Спаси Идию, Мистия. Что? Нет! Спаси Приксилия, Мистия! Детям без него не выжить. Нет, лучше Идию. Ты спасешь не только... Так, время вышло. Чем закончится наша пьеска, Мистия? Как бы не так. Умрешь ты, мерзавец. Вот и нет. Скирос, отправляйся на Скирос. Скажи Агапию. Оттуда они правят Эвбеей. Помешай им. Ах ты... Ура!
твои слова не пропадут, да. Я расскажу Агапе о Скиросе и отомщу за вас. Может... Говорить со знакомыми Агапе. Об этом доме говорил Агапий. Теперь найду хозяина и расспрошу его о кинжале. Что-то нужно? Я недавно приняла роды, а старейшины приказали убить ребенка. Но я не могла позволить ему умереть. Что ты сделала? Одна крестьянка никак не могла забеременеть. Я отдала ребенка ей, но, боюсь, старейшины узнают. Они пошлют солдат. Надо ее предупредить, пока не поздно.
Хочешь доверить защиту мне? Нет, просто сходи и отдай ей. Я этим займусь. О, Зевс, спасибо. Ну, увидимся. За мной начнут охотиться все.
Черт!